Вот у нас какая-то необычная слива растет. В прошлом году вот мы посадили сливу, и вот в этом году уже на ней вот такие вот ягодки. А ягоды какие-то интересные. Такие как будто как перчики какие-то, что ли. Не знаю, я таких вот в принципе не видела. Это слива. Вот здесь вот. Вот она уже на второй год уже и урожай дает. Она небольшого роста, такая слива. Ну, брали мы ее, конечно, в таком специализированном магазине. Вот сорт я совсем как-то не запомнила, не обратила внимания. А теперь думаю, что это такое. Сегодня уже 30 июня. Наша слива вот еще немножко разрослась побольше. И вот такие вот уже стали сливы. Все равно они как форма, как у перчиков. Еще, по всей видимости, она будет желтая. Вот такая вот. Красивая. Не знаю, какая на вкус, но какая-то особенная. Так вот, я не знаю, что это за сорт. Вот это деревья все у нас, они вот им один год всего. Вот это абрикос какой-то тоже мы с магазина брали. Какой-то кучерявый, еще не было на нем. Вот эти персики и вот крайний персик, они все одного года. Только тот почему-то очень большой стал. Или место ему там, или что. Тут в прошлом году мы все насажали. Они все ровесники. И вот это вот наша необычная слива тоже. Какая-то она такая раскидистая вся. Их было бы больше, но они попали под снег. Она как раз свела и выпал снег. Два дня был снежок, мороз немножко. И вот то, что осталось. Вот уже сегодня 25 августа. Сливы наши еще висят. Немножко жесткие. Наверное, будем пробовать их. Уже сколько можно им висеть? Вот такие вроде как бы красивые висят. Надо попробовать. Такие вот красивые. Вот так вот сейчас я ее помою. Будем пробовать. Вот такая вот она красивая на срезе. Такая мясистая. Плотненькая. Возможно, она еще не доспела. Сейчас будем пробовать. Вот такая вот она на срезе. Слива. Сейчас мы ее попробуем. Она прям хрустит. И вкус у ней. Что-то персик напоминает. Вкус такой необычный. Не как у сливы. Что-то между персиком и абрикосом. Не знаю, что за сорт. Но вкусная.